Здравствуйте, дорогие друзья! Как же радостно, что столько у нас талантов в республике. И на этом мы не останавливаемся. Карачаево-Черкесия продолжает удивлять, удивлять и еще раз удивлять. Давайте представим членов жюри, которые будут сегодня оценивать наших участников. Мурат Гагиев, директор филармонии города Черкесска. Художественный руководитель театра танца, заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики. Спасибо. Директор Республиканского центра народной культуры Артем Разин. Заслуженная артистка России и Кубани. Народная артистка Карачаево-Черкесской республики. Художественный руководитель ансамбля казачьей песни. Лидия Луценко сегодня с нами. Директор университета «Синергия», доктор наук, депутат городской думы города Черкесска Любовь Османовна Брекова. Аплодисменты. Ну и, конечно же, группа поддержки. Как же без своих студентов? Спасибо, что пришли. Байжурова Аланина сегодня также с нами. Заместитель директора колледжа СКГДА. Жамбаев Руслан Александрович. Представитель штаба ОНФ Карачаево-Черкесской республики. Тоже бурные аплодисменты. Певица очаровательная Марьяна Альботова. Председатель жюри Хасан Якубович Биджиев. Директор драматического театра города Черкесска. Спасибо, председатель жюри. Здравствуйте, меня зовут Гена Солодовников, мне 9 лет. Я занимаюсь вокалом 3 года. Я учу, хожу на курсы ментальной арифметики и учусь на английский язык. А в свободное время я катаюсь на скейте. Я захотел участвовать в этом шоу, потому что я практически всегда принимаю во всех городских конкурсах участие. Итак, чем же нас удивят наши сегодняшние конкурсанты? На сцене Геннадий Солодовников. Приветствуем бурными аплодисментами. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем. Ко мне.
Ну расскажи, как твои эмоции, как впечатления от сцены? Ну, это чуть-чуть страшно, но я осмелился со своим страхом. А вот скажи, что самое сложное на сцене было? Это услышать себя, потому что песня громкая и нужно себя очень хорошо слышать. Скажи, о чем ты мечтаешь? Вот какая следующая ступень в твоей карьере? Я очень хочу попасть на «Голос дети». То есть сразу после этого шоу прямиком на «Голос дети». Скажи, вот чего бы ты хотела пожелать другим участникам, которые после тебя выступают? Им удачи и очень много баллов. Я тебя поздравляю с твоим выступлением. Ты пока проходи, отдыхай, мы к тебе еще вернемся. Геннадий Солодовников получает от жюри 3-4-4-4-4-4-4-4-4. Итого 31 звезда. Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Я жила один раз в Москве, и мы переехали сюда в город, в Россию. Сначала мы еще жили в другом доме, а потом опять переехали в другой дом, частный. Мне 6 лет с половиной. Я люблю петь, танцевать, еще люблю прибирать. И люблю еще играть. И смотреть мультики, конечно, но у нас телек не работает. Я решила прийти на шоу, потому что я люблю очень петь. И мама так думает, что я очень хочу в этом шоу участвовать, наверное. Я так думаю. Шоу талантов – это площадка для всех желающих. У нас нет ограничений по возрасту, по жанрам. Приходите и принимайте участие. Мы будем рады видеть всех. Итак, ну а теперь нас порадует своим выступлением Алиса Лисовская. Приветствуем, друзья! Сейчас ласковый рассвет встречаешь. Ответ! Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Головы до плеч и терпеливые. Под плеть! Под плеть!
моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, вот она, маленькая рок-принцесса, подходи ко мне. Ну расскажи, пожалуйста, как тебе на сцене? Понравилось? Боялась? Нет. Не боялась? А почему выбрала такую вот песню «Кукушка»? Потому что я один раз, я разучилась петь «Россию чуть-чуть». И когда мама сказала, споешь один раз «Кукушку», я спела еще лучше, чем выступала тут. И я пела «Кукушку» потом. А вот твоя же мама тоже, да, участвует в нашем конкурсе? Да. Вы вместе готовитесь? Вместе? Ну да. А она тебя тренирует или ты ее? Мама меня тренирует. А ты ей не говоришь там «сделать так» или «сделать так»? Нет. Ну ничего, ты вырастешь, и я думаю, тоже будешь давать ей массу советов. Да. Ну все, ты пока беги, отдыхай, поддержи маму. Все, давай, беги. Алиса Лисовская, и вот ее звезды. 3, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4 звезды. Итого 34 звезды. Меня зовут Бастанова Зульфия, мне 12 лет, я из города Карачаевск. Я очень люблю петь, и я начала петь с 7 лет. Также, как я попала сюда, я участвовала в фестивале, и там мне предложили участвовать и здесь. Так получилось, что я и здесь тоже попробовала себя. Я в детстве тоже очень любила петь. Я пела песенки из мультиков, которые смотрела часто. Вот. И я пела везде, где только приходилось. И один раз папа мне предложил, спросил, ты хочешь петь? Я сказала, что да. И он меня отправил на один из его отчетных концертов. Это был мой первый концерт. Шоу «Время лучших» продолжается. На сцене Зульфия Бастанова.
заходи сюда, заходи. Устала? Устала? Ну, не то чтобы устала, переволновалась, наверное. А какие эмоции были, когда ты была на сцене? Какая энергетика, расскажи. Ну, страх, наверное, но потом, ну, я попыталась его перебороть, и больше было удовольствия. Ну вот скажи, чем ты хочешь в дальнейшем заниматься? То есть после нашего шоу прямиком на большую сцену или куда? Я пока еще не решила, но, ну, я пока буду продолжать еще петь, наверное. Это замечательно, мы очень рады, и мы надеемся, что мы еще не раз услышим тебя на других сценах, на других площадках. Спасибо. Зульфия Бастанова, и вот ее результат. 3-4-5 звезд, 4-4-4-5-4. Итого 33 звезды. Меня зовут Штепа Ева Витальевна. Мне недавно исполнилось 11 лет. У меня есть масса животных. 7 котов, недавно 3 котенка родились, и 2 собаки. Одна кошка у меня домашняя, а все остальные гуляют на улице. Я очень люблю читать. В свободное время я занимаюсь либо котами, либо читаю. В несвободное время я хожу либо на дополнительные, либо в школу. Я также люблю очень сама дома заниматься гимнастикой, хотя еще плохо сажусь на шпагат. На мостике тоже еле стою. Я решила участвовать. Мне просто очень захотелось поучаствовать. А так я не очень люблю там что-то новое учить. А так я учу что-то очень часто. Ну что ж, а у следующей участницы очень интересное имя и фамилия. Ева Штепа. Давайте пожелаем ей интересное выступление. Приветствуем. Ольга Бергольц. Пусть голосуют дети. Я в госпитале мальчика видала. При нем снаряд убил сестру и мать. Ему ж по локоть руки оторвало. А мальчику в то время было 5. Он музыке учился, он старался, любил ловить зеленый круглый мяч. И вот лежал и застонать боялся, он знал уже, в бою постыден плач. Лежал тихонько на солдатской койке, обрубки рук вдоль тела протянув. О, детская немыслимая стойкость, проклятие, разжигающим войну, проклятие тем, кто там, за океаном, за бомбовозом строит бомбовоз и ждет невыплаканных детских слез, и детям мира вновь готовит раны. О, сколько их, безногих и безруких, как гулко в черствую кору земли, не походя на все земные звуки, стучат коротенькие костыли. И я хочу, чтоб не простив обиды, везде, где люди защищают мир, являлись маленькие инвалиды, как равные с храбрейшими людьми. Пусть ветеран, которому от роду 12 лет, когда замрут вокруг за прочный мир, за счастье народов, поднимет ввысь обрубки детских рук. Пусть уличит истерзанное детство тех, кто войну готовит навсегда. Чтоб некуда им было больше деться от нашего грядущего суда. Ну, здравствуй, я поздравляю тебя с выступлением. Расскажи, пожалуйста, каково там? Ну, нормально. Нормально, да? То есть оценила сцену, сцена крепкая, все держит, ничего не падает. Скажи, что больше всего понравилось и что не понравилось? Может, по секрету? Если по секрету, то мне не понравилось то, что я так сильно переживала. Это твое первое выступление такое большое на такой сцене? На такой сцене, да. Ну, это, наверное, просто первый раз. Дальше ты как выйдешь, как начнешь там выступать. Да? Наверное.
Но мы с тобой встретимся на твоих следующих выступлениях и посмотрим, смогла ли ты побороть свое волнение, да? Ну все, спасибо тебе. Иди отдыхай пока. Ева Штепа получает от жюри 4, 5, 5, 5 звезд, 5, 5, 5, 4. Итого 38 звезд. Меня зовут Элина. Я рисую, пою, люблю петь по вечерам, когда ем, пою, когда сплю, пою, когда я свободное время пою. Я хотела участвовать в шоу, чтобы попробовать свои возможности. Как мотыльки летим мы к свету, и наша жизнь, ее весь смысл. Мы дети все одной планеты, другой такой нам не найти. Рожденные солнце светом, лучах звезды горят сердца большим огнем. Мы его унесем. Свет и любовь спасают наш мир. В детских глазах сияние звезды. В детских глазах мир без войны. На долгие тысячи лет. Ну а пока мир неспокоен и плачут дети по ночам, а вместо звезд в глазах и слезы, кто виноват, знает сам, что верят дети всей планеты. Пустой беды сгинут все на земле, на всей земле навсегда. Спасают наш мир. В детских глазах сияние звезды. В детских глазах мир без войны и без бед. На сотни лет, на долгие тысячи лет. Что ж, мы уже с мамой Элиной Мариной ждем ее дочку прекрасную. Волнуетесь? Конечно. Сильно волновались? Да, порядком. Наверное, больше самой дочки? Наверное, да. Вот знаете, вы у меня уже, наверное, пятая или шестая мама, с которой я разговариваю. Все волнуются больше детей. Почему вот так вот? Ну, как вам сказать, больше переживаешь за них. Наверное, у них меньше переживаний. Ну нет, все-таки переживаешь. Они же дети. На себя, да, берете? Да, они же проблем. Дети. Ну, да. Сейчас мы узнаем, волновалась ли она. Давайте встречать. Давайте. Дочку. Иди к маме. Ну расскажи, как ты выступила? Вот мама волновалась, а ты? Я тоже очень сильно волновалась. То есть вы вместе на пару, да? Да. Ну вот скажи, понравилась сцена вообще? Да. Стоит нам продолжать этот проект? Да, проект, да? Очень хороший. А вот скажи, чем ты занимаешься в свободное время? Я рисую, танцую и репетирую, выступаю на разных конкурсах. А вот ты рисуешь, танцуешь, и в это время ты тоже поешь, наверное? Да. Да? То есть ты все время поешь? Ну, мы тебя тогда провожаем, желаем удачи и желаем, чтобы ты также продолжала всех радовать своим чудным голосом.
Спасибо. Ирина Джигутанова получает от жюри 5-5-5 звезд, 5-5-5-4-4. Итого 38 звезд. Здравствуйте, меня зовут Аида, мне 9 лет. Я приехала из Усть-Джегуты. У меня иногда были такие нюансы, когда я боялась очень сильно. Но в итоге оказывалось, что ничего там страшного и нету. Иногда у меня были смешные ситуации, иногда были грустные. Но смешные ситуации проходят со мной всегда. У меня папа любит мне помогать в пении. Он любит мне подпевать и говорить, что я все смогу. А часто он всего говорит: можешь, когда хочешь. Я всегда хочу и все время добиваюсь своего. Здравствуй. Иди ко мне. Ну расскажи, каково там было на сцене выступать? Было страшненько слегка. Страшненько? А потом перестало быть страшненько? Ну я, если честно, волновалась за тебя тут. Думала, как же там пройдет твое выступление. Но все получилось же. Вот расскажи, что самое сложное и что самое легкое на сцене? Самое сложное – это удержать микрофон, мне кажется. Вот видишь, какими мне сложностями приходится сталкиваться каждый день. А вы думаете, это так легко быть корреспондентом? Скажи мне, пожалуйста, а что самое легкое?
самое легкое – это спеть. Самое легкое – спеть? Ну, знаешь, мне кажется, это ответ настоящей звезды. Ты настоящая звезда, судя по всему, да? Но я тебе желаю удачи, беги сейчас, отдыхай и встретимся в следующих турах. Спасибо, до свидания. До свидания. Аида Дулаева, и вот ее результат. 5 звезд, 5, 4, 4, 4, 4, 5 звезд. Итого 36 звезд. Меня зовут Белла. Моя фамилия Абайханова. Мне 8 лет. Я учусь во втором классе. Я увлекаюсь рисованием. Обычно я рисую бабочек, цветочки. На улице мы увидели афишу и решили поучаствовать в этом конкурсе. Есть в небе звездочка одна, какая, не скажу, но каждый вечер из окна я на нее гляжу. Она мерцает ярко так, а в море где-нибудь сейчас, наверное, моряк по ней сверяет путь. Она восходит над холмом, где пастухи не спят. У телескопа астроном в нее вперяет взгляд. И на нее глядят сейчас кочевник средь степей и кучерявый папуас из хижины своей. Еленка, что вчера списать, задачку мне не дал. И Глеб Семенович, что вчера мне двойку закатал. Его, наверное, мучит стыд, раскаяние грызет. Он на мою звезду глядит и горько слезы льет. Ну что ж, мы ждем вашу дочку. Вот Фатима переживала больше всех, наверное, в этом зале. Давайте узнаем, переживала ли она точно так же. Как вы думаете? Переживала, она очень нервничала перед выступлением. Но дома ее уже ждет какой-нибудь праздничный обед? Конечно, ужин? Конечно. И торт, и ужин праздничный. Папа нам все организует. Мама, в следующий раз, когда я буду участвовать в этом конкурсе, пожалуйста, постарайся так же. А пока мы встречаем вашу дочку. Ну, заходи к нам. Как выступила? Какие эмоции? Какие впечатления? Переволновалась? Как вот стих все вспомнила, нигде не запнулась? Нет. Ни разу даже? Но это признак профессионализма, я хочу тебе сказать. Вот мама мне пообещала, что тебя дома ждет что-то вкусное в награждение. Ага. Да? Ты уже, наверное, знаешь даже что. Угу. Вот ничего не утаишь от нас. Ну смотри, я тебя провожаю домой, а потом мы пойдем и проверим, выполнила ли мама свое обещание. Хорошо? Белла Абайханова, и вот ее созвездие. 5 звезд, 4 звезды. Итого 35 звезд. Меня зовут Шамиль. Артур. Мы из города Карачаевск услышали о этом конкурсе еще вчера. Организатор. Да, нам сказали организаторы, с нами связались и вызвали сюда. Но мы здесь участвовали ради того, чтобы опробовать себя, как бы... Опыт. Опыт получить. Лишний опыт не помешает. Вот. Любим заниматься. Любим учиться. Учиться, да. Да. Занимаемся рэпом мы 6 лет, я 4 года. Мы выбрали рэп, потому что через рэп можно передать свои чувства. Мы хотим донести до молодежи, до нас мысли свои, там, душевное состояние. То есть в текстах выложиться на 100%. И в будущем стиль. Мы планируем сделать, открыть свой стиль, там, выработать свою студию, там, открыть там лейбл, может быть. Ну, сейчас я размечтался чуть-чуть, но все же мы идем к мечте и будем добиваться этого. И при помощи этого конкурса мы получили опыт. Спасибо и организаторам, всем, что организовали это. Чики. Как настроение, друзья, ё-мо. Classic Beats.
A true dream's good inside. Long way walking, problems in flight. Arty naughty, arty naughty. To my dream, life is good. Так хорошо, когда один. Многого я не хочу, и тут не навались. Моя жизнь, одним словом, просто зашибись. Я делаю то, что люблю, без знака остановись. Эй, мой город на закатах выключает фонари и спит. Биты навалят, и нас психов сильно забомбит. И мы сделаем все это, но главное не спешить. Мои кеды видели, куда шла моя жизнь. На какую грязь сегодня, на какую завтра огорчит. Я уставший приеду и достану ключи. А кто-нибудь сгорит в щи и во лжи. Я пеку свои рифмы по жаркие биты. Let's get up, just do it. Ветер дует, just do it. Just do it, наш дух стартует. Let's get up, just do it. Just do it. Чек, чек. Эчу, эчу, эчу. Эчу dreams, good inside. Long way problems in flight. Арти ноти, арти ноти. To my dream, life is good. Это мои дни, это мои будни. Регги на биты. Марли в сердцах жив, зарядим тех с собой, мы парлик вытажи. Артик волнуй тащи и жми на курок. Тут наши заветы, от души эти куплеты, и вспомним мы вам. Счастье вабан, тут капкан, сердце напам гори. Манки вопи, срочно бит, бокал вином зали. Фарта на брата. Нет, это не вата, это наша калабанга. Это банда чуваков. Селим мы добро, клацают нутро. Просто, 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 просто сделай это, бро. И let's get up, just do it. Ветер дует, just do it. Just do it, наш дух стартует. Let's get up, just do it. Just. Ну, здравствуйте. Как все прошло? Ну, отлично, отлично. Ну, я тут стояла, слушала так издалека и аж начала качать тоже. Батлитесь с кем-нибудь? Нет, или там нет. Между собой не прикалываетесь? Нет, 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 только не делаем. Делаем рэп. Только рэп. Ну, вы сами, строк. Да, пишете? Да, 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 да. А вот скажите, что самое главное для каждого рэпера? Борода, не знаю, очки. Не, ну, это передача, передача души, мне кажется. Ну, то есть. Делать от души, флоу. От души, да. Флоу. И смысл, наверное, да. А вот кто любимый рэпер? Мияги Эндшпиль. Мияги Эндшпиль. Вообще Баста, Смоки Мо, Рэмдига. Ну вы поддерживаете, Диго, да, конечно. Отечественного производителя? Конечно. Да, да, да. Все, никакие Эминемы, никакие там Джей-Зи, Тимбаленды и прочее. Нет. У нас есть новый рэп. По-кавказски, правильно? Все, желаю вам удачи. Надеюсь, спасибо. Что вы будете также качать все танцполы. Спасибо, спасибо. Артур Лайпанов и Шамиль Хубиев. И вот их результат. 4-4. 4-4. 4 звезды. 4-4-4. Итого 32 звезды. Меня зовут Ионова Белла, мне 15 лет, я учусь в 9 классе, занимаюсь танцами уже 8 лет. О конкурсе мы узнали на сайте РХС-24, позвонили нашему педагогу и решили все объединить и участвовать в конкурсе. Меня зовут Аймин, мне 10 лет, я учусь в 4 классе. Меня зовут Хавсов Марбек, как вот... Мои коллеги сказали, мы узнали о конкурсе из сайта. Они взяли меня за глотку, давай, готовимся участвовать в этом конкурсе. Буквально в течение 2 дней был подготовлен этот номер. Сегодня мы преподнесем наше творчество слушателям. Я думаю, они его послушают, оценят. Там будет видно, какие у нас были плюсы, какие у нас были минусы. Что бы там ни было, искусству нет предела, искусство длится вечно, совершенство то же самое. Какие-нибудь минусы или плюсы мы по-любому подчеркнем с этого конкурса и в дальнейшем
будем двигаться к намеченной цели. На сцене ансамбль «Трио». Танцевальная попурри. Приветствуем бурными аплодисментами. Это то, что я люблю. Инструменты. Здравствуйте, как выступили? Вроде бы неплохо. Довольны своими ребятами? Очень доволен, они молодцы. Все, ту цель, которую мы ставили, они, в принципе, выполнили. Ну, расскажи, ты волновался? Да. Сильно? Не очень. Не очень? Я был уверен. Вот просто знал, как бить. А ты волновалась? Нет. Вот, девочки никогда не волнуются, да? Ну, ты поддерживала мужчин своего коллектива? Да. Ну, вот расскажите, пожалуйста, вот такие юные, такие вот дарования, которые играют на национальных инструментах, вот что вы хотите им привить в первую очередь? Ну, в первую очередь, любовь к своей традиции, к своему языку, это, естественно, к инструменту. Потому что без традиции, как говорится, ничего не бывает. И искусство тоже без обычаев, без традиции это не искусство. Но в первую очередь, чтобы они знали и помнили свои истоки, от кого они произошли и что такое культура. Я желаю вам, чтобы вот все получалось, чтобы вот эти вот ребята в будущем еще проявили себя и заставили вас только гордиться и гордиться. До свидания. До свидания. Ансамбль «Трио» получает от жюри 4-5, 5 звезд, 5-4-4, 5-4. Итого 36 звезд. Сегодня, я уверен, откроются новые имена, новые лица и новые личности, которые в дальнейшем, скорее всего, тоже будут сидеть в жюри и оценивать юные дарования, которые в будущем будут выступать на этой сцене. Большое вам спасибо, а сейчас, уважаемое жюри, мы хотели бы услышать ваши заключительные комментарии по участникам и по шоу в целом. Я всех приветствую и хочу сказать о четвертом блоке, который мы сейчас прослушали, посмотрели, и поздравить всех, не только те, которые сейчас в заключительном были блоке, но и всех, которые начинали. И еще раз сказать, что участие в этом шоу «Время лучших», ребята, это уже для каждого из вас победа. Поэтому я вас всех поздравляю
и желаю дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Здравствуйте. Мне очень приятно, что я приглашена на этот замечательный проект «Шоу талантов. Время лучше». Огромное спасибо организаторам проекта этого «Архыз-24». Получила массу удовольствия и радости, что в нашей прекрасной республике Карачаево-Черкесия есть такие замечательные таланты. Давайте же продолжать такого рода мероприятия. Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел в первую очередь еще раз поблагодарить телеканал «Архыз-24» за то, что они сделали этот удивительный проект. Надеюсь, это проект будет визитной карточкой какой-то новой эпохи в жизни телеканала. Сегодня, на самом деле, мне кажется, что вместе с конкурсом растет и уровень конкурсантов. И сегодняшний вечер был богат талантами, которых мы сегодня имели возможность наблюдать. Я бы со своей стороны хотел бы отметить, все выступали замечательно, но вот мне больше всех понравился ансамбль «Трио». Всем конкурсантам я хотел бы пожелать успехов, чтобы эта сцена была таким маленьким стартапом для больших побед в жизни. Удачи, счастья всем. Спасибо. Спасибо за пожелания. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде всего хочу поблагодарить телеканал «Архыз-24» за то, что за эту прекрасную идею, за то, что вы даете возможность вот нашим новым молодым звездочкам выйти на сцену и проявить себя. Огромное вам спасибо за этот труд, за эту идею. Всем участникам без исключения желаю удачи и успехов. Все понравилось, все хорошо, дальше больше. Спасибо вам большое. А ну что ж, дорогие друзья и телезрители, вот и подошел к концу 4-й отборочный тур. Сегодня мы увидели новые таланты и новые лица. Внимательно будем наблюдать, какие же оценки поставили жюри. И сейчас на экраны нам выведут таблицу баллов. Что ж, пришло время подвести итоги 4-го этапа шоу таланта «Время лучших». По итогам судейского голосования в полуфинал проходят следующие участники. Ева Штепа, Ирина Джигутанова, Аида Дулаева, ансамбль «Трио», Белла Байханова. Поздравляем всех полуфиналистов! Оставшиеся участники заработали меньшее количество звезд и, соответственно, выбывают из нашего шоу. Однако, судьбу одного из них можете решить вы, наши телезрители. Алиса Лисовская, Зульфия Бастанова, Артур Лайпанов и Шамиль Хубиев, Геннадий Солодовников. Кто же из них станет участником полуфинала? Об этом узнаем по итогам зрительского голосования, которое будет проходить на официальном сайте нашего телеканала «Архыз-24». Голосуйте и выбирайте лучшего из лучших! А мы поздравляем всех, кто попал на следующий этап конкурса. Ну а тех, кто не попал, просим не расстраиваться, впереди у вас целая, долгая, творческая, счастливая жизнь. Ну что ж, на этом телеканал «Архыз-24» временно с вами прощается. Не переключайтесь, следите за нашими эфирами. Дальше будет больше, дальше будет ярче.